يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله Уважаемые наши телезрители, приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и вновь продолжаем нашу тему, посвященную месяцу Рамазан, а то есть проповедь посланника Аллаха, которая была произнесена об этом месяце. И у нас снова в гостях уважаемый гость Ходжат Алислам Валь Муслимин Шейх Гурбан. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан. Алейкум ассалам, рахматуллах. Уважаемый Шейх Гурбан, на прошлой передаче мы затронули тему того, что насколько важно совершать желательные молитвы и вообще желательные деяния в этот месяц. Возможно, продолжить эту тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3 и напомню о том, что мы разбирали следующую речь его светлости пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. وَمَنْ تَتَبَّأَ فِيهِ بِسَلَاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ. Тот, кто прочитает в этот месяц, месяц Рамадан, желательную молитву, Всевышний избавит его от огня, адского огня. И, как мы уже говорили, это всего лишь повод. Человек дает повод Всевышнему, потому что этот месяц является поводом для Всевышнего. Всевышний установил этот месяц для себя поводом. Поводом, чтобы избавить его от огня и ввести его в рай. Райские сады. И Всевышний здесь использует самые маленькие деяния, чтобы в качестве повода, чтобы ввести его в рай, избавить его от огня. И таковым является желательная молитва. Мы коснулись части желательных молитв, а именно ночной молитвы, которая является важнейшей желательной молитвой. В связи с этим привели предание от его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в книге «Аль-Мухасин», как я уже говорил, это предание имеется также, ну, по крайней мере, очень похожее предание имеется в «Сахих Аль-Бухари», где его светлость говорила о том, что нету человека, которого я любил больше, чем того, кто выполняет свои обязанности. И далее его светлость, то есть это слова Всевышнего передает его светлость. И далее Всевышний говорил о том, что тот, кто совершает, человек, совершающий желательные молитвы, приближается ко мне до тех пор, пока я его не полюблю. А полюбив, становлюсь его глазами, руками, ушами, языком и ногами. То есть это величайший дар, который человек может получить. То есть я даю ему силу зрения, силу слуха. Да, ну и здесь разные толкования. Например, следующим образом толкуют, что человек видит правду, слышит правду и говорит правду, совершает те деяния, которыми доволен Всевышний, и смотрит на то, чем Всевышний доволен, слышит то, чем он доволен. Ну, я думаю, что это толкованием, этим толкованием нет смысла и, в общем-то, нет причины ограничиваться. Это тоже может быть, это тоже имеет место быть, но при этом силу зрения, силу слуха, имеется в виду не силу именно, то, что человек может вдаль смотреть или слышать дальние какие-то звуки, нет, речь не об этом идет, а именно о том, что он слышит ту правду, ту истину, и видят ту истину, которую не видят другие. Поэтому нет смысла и, в общем-то, нет причины, нет доказательств, нет доводов, нет каких-то оснований ограничивать толкование тем, что человек делает то, чем доволен Всевышний.
Также это мы можем расширить это толкование и говорить о том, что Всевышний, таким образом, полюбив этого человека, дарует ему силу, могущество видеть, могущество слышать, могущество говорить и так далее и тому подобное. Или же могущество физическое, как в случае с, например, с тем примером, который мы приводили с Али ибн Абу Талибом, алейхиссалату вассалам, будучи очень молодым и, в общем-то, не очень-то внушительных размеров он был, не был каким-то великаном, да, но при этом обладал очень большой силой. Можно назвать, что это была сила нечеловеческая? Конечно же, он сам это говорил. Он сам говорил, что это не моя сила, это сила, дарованная Всевышним. Это не сила, обретаемая через куриные грудки, например, да? То есть это не... Спортивное питание. Спортивное питание, тренажерный зал и так далее. Это совсем абсолютно другая сила. Почему? Потому что человек, сколько бы он ни занимался в спортивном зале, он никогда не сможет поднять нечто, что 40 человек не могут поднять. Именно так и было в случае с его светлостью, когда он вырвал врата Хайбара, который потом 40 человек, это в книге Ибн Хишама «Жизнеописание пророка Мухаммада», саллаллаху алейхи ва саллям, отражено. Ибн Хишам пишет о том, что 40 человек не могли сдвинуть с места. Хотя, как мы знаем, они были тоже не слабыми, люди, которые сражались. Конечно, взрослые люди были. Войны были. 40 взрослых людей не смогли сдвинуть эти ворота с места, в то время как его светлость вырвал эти ворота. Он не просто эти врата поднял, он вырвал их с петел. Потому что в чем была суть? Суть была в том, что во время этой войны была осада крепости, и эти врата защищали крепость. И вырвав эти врата с помощью рук, вырвав эти врата руками своими, то есть с помощью Всевышнего, но руками, вырвав эти врата, он, в общем-то, обезоружил своих врагов, врагов мусульман. Но какой человек способен с помощью тяжелого физического труда или спортивного питания достичь подобной силы? Это не человеческая сила, это сила, которая даруется Богом. И поэтому, с учетом всего этого, нет основания ограничивать толкование именно этим толкованием, которое было озвучено. Тем, что, говоря о том, что Всевышний становится глазами, руками, руками, ногами человека, подразумевается то, что человек делает то, чем доволен Всевышний, видит то, чем смотрит на то, чем доволен Всевышний, слышит то. Потому что, например, есть вещи, которым Всевышний недоволен, чтобы люди смотрели на это. Есть вещи, которыми Всевышний недоволен, чтобы человек слушал это и так далее. Есть места, в которых нежелательно находиться или нельзя, в которых нехорошо, нежелательно и запрещено даже порой находиться. Есть вещи, которые запрещено делать и так далее. Но в любом случае этим, я думаю, что не стоит ограничивать толкование данного предания. Итак, я хочу привести также другое предание из книги «Савабуль Амаль» шейха Садука, страница 42, от имама Садыка, алейхиссалату вассалам. Его светлость говорит: «Иннал абда ля якума филлейль, фаямилу бихин нуасу яминан ва шимала». То есть раб встает ночью и находится в сонном состоянии, то есть его голова качается из стороны в сторону, справа налево, налево направо качается. Ну, сонное состояние человека, как он ходит. وَقَدْ وَقَأَ ذَقَنُهُ عَلَى صَدْرِ. Его голова болтается на его груди, то есть падает на грудь. Потому что человек сонный, он находится в таком состоянии. Просыпаясь ночью, он находится в таком состоянии. فَيَأْمَرُ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَتُفَتَّحُ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَ. И Всевышний, в этом, видя этого человека, приказывает вратам неба раскрыться перед ним. Обычно это раскрытие врат небес, под этим подразумевается то, что молитвы принимаются этого человека. То есть, обращаясь ко Всевышнему в этот момент, человек получает положительный ответ, его молитву принимается в этот момент. Обычно я знаю, еще у нас есть предание о том, что ночью именно сам Аллах говорит: если тот, кто просит меня о чем-либо, я дам ему это.
Да, абсолютно верно. Да, и такие предания имеются. Но опять-таки, это предание также свидетельствует именно об этом. Говорится в этом предании, именно об этом и говорится. И после этого, раскрыв врата небес перед ним, Всевышний обращается к ангелам и говорит: «Унзуру иля абди ма юсибуху фит-такарруб илайя бима лам афтарид алей». Обратите внимание на этого раба. Что его постигло, какие трудности он терпит. Он встает ночью и шатаясь. Когда все спят. Идет, да, когда все спят. Ему тяжело, но он просыпается, берет омовение и читает молитву, молится Всевышнему. В то время, когда я ему этого не приказывал. Я не делал это обязательным для него. Раджиан минни лисаласи хисалин. И он надеется в данном случае на три качества, что я ему дам три вещи. Замбан агфируху лах, что я прощу его грехи. Тоубатан уджаддидуха лах, что я приму его покаяние, обновлю его покаяние. Варизкан азидуху, и что я увеличу его доход, увеличу его благосостояние, улучшу его благосостояние. فَأُشْحِدُكُمْ مَلَائِكَةِ أَنِّي قَدْ جَمَعْتُهُنَّ لَهُ. Будьте свидетелями, о ангелы, о мои ангелы, что я все три эти качества дарую этому человеку. То есть человек, который с трудом встает ночью, чтобы прочитать молитву, берет омовение, перед ним раскрываются врата небес, и все его молитвы будут услышаны, и при этом Всевышний прощает ему грехи. Три качества, которые упомянуты. Прощает ему грехи, принимает его покаяние и увеличивает его благосостояние. То, о чем мы говорили чуть ранее на прошлой передаче, о том, что ночная молитва увеличивает благосостояние. И мы говорим, что врет тот, кто, молясь ночью, бедствует днем. Это невозможно. Да, то есть если человек читает молитву и при этом бедствует, не может найти доход достойный, значит, этот человек имеет недостатки в своей молитве, что-то не так он делает. Если он читает молитву, а если не читает, то ему стоит задуматься об этом. Спасибо, уважаемый шейх Гурбан, мы прервемся на небольшую паузу. Уважаемые телезрители, не отходи далеко от экранов, после небольшой паузы мы вернемся к данной теме. Уважаемые телезрители, мы прерывались на большую паузу. Шейх Гурбан, мы говорили о важности ночной молитвы. Да, есть также предание, согласно которому, если Всевышний хочет лишить человека благосостояния, он прежде всего, если это, конечно, верующий человек, он прежде всего лишает его ночной молитвы, обратите внимание. То есть, если Всевышний хочет лишить его... Не дает ему возможность проснуться ночью, да, как я понимаю? Не дает ему возможности, да, лишает его успеха в этом деле. Это предание дошло до нас в Саваб-уль Амаль, шейха Садука, также 42-я страница, от имам Садык, алейхиссалату вассалам. Например, задаемся вопросом, по какой причине Всевышний может захотеть лишить его благосостояния, дохода. В этом предании также говорится и об этом. Его светлость имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит: «Инна раджуля ля якадибу аль кадиба». Человек врет, говорит ложь. فَيُحْرَمُ بِهَا رِزْقَ. И из-за этого лишается дохода, благосостояния, из-за лжи. Ложь лишает его благосостояния. И передатчик говорит: «Культу кейфа». Каким образом он лишается дохода, благосостояния? Его светлость продолжает: «يُحْرَمُ بِهَا سَلَاةَ اللَّيْلِ فَإِذَا حَرَمَ سَلَاةُ اللَّيْلِ حُرِمَ الرِّزْقِ». فَإِذَا حُرِمَ سَلَاةُ اللَّيْلِ حُرِمَ الرِّزْقِ.
он лишается, его святость, отвечая на то, каким образом Всевышний лишает его благосостояния, дохода, его святость отвечает, он лишается ночной молитвы, лишившись ночной молитвы, лишается и дохода. Это, конечно, речь в данном случае идет о верующих людях. Таким образом, Всевышний наказывает его в этом мире, не оставляя наказания за это ложь на следующий мир. Мы об этом уже говорили несколько раз. Это тоже благодать Аллаха. Это благодать, это милость Всевышнего. А в случае с неверными людьми, которые не верят в Бога, все состоит иначе. Богатыми, как они остаются богатыми, и их наслаждение, их богатство еще увеличивается, что намного хуже, чем лишиться за ложь, за свои грехи, за свои ошибки, лишиться благосостояний, лишиться комфорта, лишиться удобства в этом мире. Да. Также приведу несколько преданий. Я хочу также привести предание из книги «Савабуль Амаль», 42 страница, от имама Садыга, алейхиссалату вассалам, где говорится, мы до сих пор приводили предания, где перечислялись благие следствия, благие последствия ночной молитвы в будущем мире. То есть те последствия, которые постигнут человека в будущем мире. Нечто, что является ценностью в будущем мире. Но имеется у этого деяния, у ночной молитвы, и последствия, которые касаются этого мира. И в предании на 42-й странице от имама Садыга, алейхиссалату вассалам, именно об этом и говорится. Его светлость говорит: «Салату лейли тухассину льваджха». То есть посредством ночной молитвы человек становится красивее, его лицо становится красивее. Ночная молитва освещает, красит его. Ночная молитва освещает, красит его. Он становится красивее, приятнее для других людей. И на самом деле я хочу немножко отступиться, сказать о том, что красота человеческая, она не на самом деле является чем-то, не знаю, как это выразить, относительным, то есть внешняя красота имеется в виду. Хотя, может, это не совсем подходящее слово относительное. Почему? Потому что каких-то стандартов красоты человеческой нету. Сказать, что вот какие-то формы являются красивыми, какие-то формы не являются красивыми. Почему? Потому что я, например, сам лично в своей жизни видел людей, которые по всем стандартам были некрасивыми людьми. Потому что, ну, например, очень большой нос, маленькие глаза, какая-то неудобная форма черепа и так далее. Но при этом очень притягивали к себе своей красотой. Были, в них было нечто такое удивительное. То есть это были, вне всякого сомнения, верующие люди, читающие ночную молитву, очень праведные, богобоязненные, воздерживающиеся от запрещенного, того, что запретил Бог и так далее. Но при этом они обладали какой-то удивительной магической красотой. То есть что-то... Притяжение какое-то было. Какое-то притяжение было, абсолютно верно. Но при этом, разглядывая их, человек замечал, что они, то есть по обычным стандартам, то есть внешне, обладая другой человек такими же характеристиками, такой же физиономией, то есть таким же лицом, он был бы абсолютно безобразен. Неверующий. Да, то есть человек, другой человек какой-нибудь, даже верующий, который не настолько благочестив, например, или же неверующий, это был просто ужасно уродливый человек внешне. Хотя ему такого приписать невозможно было. В нем было какое-то притяжение, какая-то удивительнейшая красота. Этот человек, о котором я говорю, он очень известный, не хочу его имя называть. Он человек известный, хотя ушел из жизни недавно. Итак, его светлость говорит: «Салату лейли тухассину львадж». Украшает человека, красит человека, делает его красивее. «Ва тухассину льхулук». И делает его нрав прекраснее. وَتُتَيِّبُ الرِّيحِ. То есть он посредством ночной молитвы лучше пахнет. То есть улучшает его запах. وَتُدِرُّ الرِّزْقِ. И увеличивает его благосостояние. Это опять-таки то, что касается этого мира. وَتَقْدِ الدِّينِ. Укрепляет его веру. Его религию укрепляет. وَتَزْحَبُ بِلْحَمْ. И уничтожает его печаль. Ночная молитва уничтожает печаль человека.
то, что мы сегодня привыкли называть депрессией, привыкли называть стрессом, депрессия, это очень распространенное явление. Есть лекарства, не надо ничего пить, не надо уничтожать собственный организм всякими ядами, которые продаются в аптеке. Достаточно совершить. Достаточно зацепиться, схватиться за ночную молитву. وَتَجْلُ الْبَسَرِ и раскрывает глаза, то есть человек видит больше. Опять-таки, здесь не идет о том, что он видит на многие километров дальше и так далее. Речь идет о том, что... Истинно видит. Да, это очень важное качество на самом деле, потому что человек иногда видит что-либо, смотрит на что-либо точнее, а не видит. Да, но если приводить такой уж немножко отдаленный от этого пример, мы сидим, например, смотрим друг на друга, видим нечто, на что не обращаем внимания. Ну, например, вот картинки ходят рядом. Мы видим это, но не обращаем внимания обычно, пока кто-либо не обратит наше внимание на это. Даже когда не смотрим на телевизор, смотрим друг на друга, все равно видим. И точно так же истина такова. Иногда мы видим, но не обращаем внимания. Для этого нужно... Не замечаем. Не замечаем, не обращаем внимания. Для этого нужен успех от Бога. Бог должен даровать успех человеку, видеть все детали, видеть те вещи, на которые он смотрит, обратить внимание, смотрит. И поэтому ночная молитва «Таджлюль басар». И еще одно предание я хочу также привести от его светлости, также имам Садыка, алейхиссалату вассалам, там же, на той же странице, 42-й, Савабуля Амаль, шейха Садука. Его светлость говорит: «Инналь буют аллати юсалла фиха биллейл битлавет аль-Кур'ан тудиу ли ахли ссамаи кама тудиу нуджуму ссамаи ли ахли л-ард». То есть Его светлость говорит: те дома, в которых читается ночная молитва и читается Коран, светят для обитателей небес, освещают обитателей небес, так же, как звезды освещают обитателей земли, светят для обитателей земли. Но опять-таки, когда мы говорим «звезды и обитатели земли», мы говорим о материальном свете. А когда мы говорим о том, что эти дома светят для обитателей небес, мы говорим о духовной составляющей. Насколько это важно, насколько это значимо, насколько это ценно, когда человек, находясь на земле, является светилом для небес, будучи светилом в духовном смысле, светилом для обитателей небес. Это очень большая честь. И наконец, последнее предание на 43-й странице Савабуля Амаль шейха Садука, также от имама Садыка, алейхиссалату вассалам. Ну, мы очень часто приводим именно от него. Дело в том, что я хочу об этом также упомянуть, что его святость имам Садыка, алейхиссалату вассалам, был более свободен в своих действиях, в речах, и поэтому успел больше донести до людей. Все остальные имамы, как обычно, и в особенности те, которые были после имама Садыка, алейхиссалату вассалам, да, подвергались очень жестоким гонениям и контролю, и поэтому не могли даже с самыми близкими своими сподвижниками общаться и доносить до них свои знания. И поэтому от других имамов меньше у нас преданий, чем от его святости имама Садыка, алейхиссалату вассалам. Будучи более свободным, он успел больше передать нам знаний, больше передать нам драгоценных знаний. Итак, его светлость говорит следующее: «Салатуль му'мини». بالليل تزحب بما أمل من ذنب بالنهار. То есть ночная молитва верующего, его светлость говорит, уничтожает все те грехи, которые он совершает в течение дня. То есть человек, верующий человек, совершив в течение дня грехи, может очиститься, может избавиться от этого груза посредством ночной молитвы. Итак, вернемся к речи его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы говорили о том, насколько важным, насколько значимым в этот месяц является желательная молитва, и подчеркнули значимость ночной молитвы, которая также является одной из важнейших и самой важной
желательной молитвой. Его Светлость говорил, тот, кто прочитает в этом месяце, месяц Рамадан, желательную молитву, будет избавлен от ада. Я повторюсь, нужно хотя бы в этот месяц, хотя бы в этот месяц взяться за ночную молитву. И далее Его Светлость касается обязательной молитвы, о значимости обязательной молитвы, обязательной пятикратной молитвы. وَمَنْ أَدَّ فِيهِ فَرْدًا كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّ سَبْئِينَ فَرِيدَةً فِيمَ سَوَاهُ مِنَ الشُّهُورُ. И тот, кто прочитает вовремя, обратите внимание, «Адда» сказано, тот, кто вовремя прочитает обязательную молитву в этот месяц, месяц Рамадан, он получит за это. Здесь на самом деле здесь нет призыва к совершению обязательной молитвы, потому что это обязательно, каждый человек это должен. Нету какого-то, так сказать, как любят сегодня выражаться, мотивации к обязательной молитве. Просто Всевышний хочет указать, насколько Всевышний в этот месяц благосклонен к своим рабам. Насколько он ищет повода, чтобы наградить их. Даже за то, что они обязаны, за то, что он обязал их сделать. Его Светлость говорит, тот, кто прочитает этот месяц обязательную молитву, он получит за это награду 70 обязательных молитв в другие месяцы, прочитанных в другие месяцы. То есть одна обязательная молитва в этот месяц равна 70 обязательным молитвам, прочитанным в другие месяцы, не в месяц Рамадан. Опять-таки, возвращаясь к началу нашего обсуждения, речь идет здесь о поводе. Всего лишь Всевышний ищет повод, чтобы наградить своих рабов. Как мы говорили, там в определенной мечети больше награды, в определенной мечети меньше награды. Да, то есть награда. Помимо времени, Всевышний также установил для себя поводом некоторые места, некоторые пространства. Это тоже имеет место быть. Далее Его Светлость говорит о благословении в свой адрес. То есть «Мэмэн экстара фиихи мина салати алайя, саккалаллаху мизанаху, йоума тахиффу лмавазин». То есть тот, кто будет благословлять меня в этот месяц, говорит «Саллаллаху аля Мухаммадин ва али». Тот, кто будет благословлять меня в этот месяц, Всевышний прибавит ему деяний, утяжелит его деяния, то есть благие деяния имеется в виду. На весах в судный день. На весах в судный день. То есть его благие деяния, праведные деяния станут тяжелее в судный день. В день, когда деяния других людей на весах будут легкими, будут незначительными. Потому что это день страшного суда, когда с человека будут спрашивать за малейшие грехи. И даже если человек будет совершать много благих деяний, часто так бывает, что эти благие деяния самим человеком уничтожаются посредством плохих деяний, посредством грехов и ошибок. То есть его святость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что в этот день все остальные люди будут с небольшим числом деяний, благих деяний. И в этот день, когда люди будут нуждаться в деяниях, когда будут мечтать о деяниях, о благих деяниях, о том, чтобы будут говорить о том, о, если бы мы совершали благие деяния при жизни, в этот день Всевышний увеличит деяния тех, на весах справедливости, деяния тех, кто благословлял его святость пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и его семейство. Но так как я так понимаю, что времени у нас мало, да, мы не успеем более подробно об этом поговорить. Думаю, что лучше оставить тогда. Да, совершенно верно. Наша передача подошла к концу. И более правильно оставить на следующую передачу данную тему. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся. До следующей передачи. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.